В областной инфекционной больнице врачи работают в прямом смысле слова на износ. Пациенты с коронавирусом поступают каждый день. И этот поток пока и не думает останавливаться. Чтобы хоть как-то поддержать тех, кто на передовой борьбы с инфекцией, сенатор от Новгородской области Елена Писарева привезла для медиков воду. Сегодняшняя акция, она проводится в рамках проекта «Мы вместе». Вместе с волонтерским центром, с ребятами, которые уже на протяжении нескольких лет оказывают помощь врачам, оказывают помощь жителям нашей Новгородской области вот во время этой пандемии. На первый взгляд, несколько десятков бутылок с водой не сильно помогут врачам в борьбе с заболеванием. Но те, кто провел хотя бы одну смену в так называемой красной зоне, ценят и такой знак. Эта вся помощь, она очень необходима. На самом деле нагрузки на медработников огромные. И все прекрасно знают, что у нас не полная укомплектовка штатов. Поэтому волонтеры... молодцы. Ребята все молодцы. Помощи волонтеров и поставки продуктов первой необходимости для медицинского персонала в любой больнице рады. Но, к сожалению, это не ведет напрямую к снижению числа случаев заболевания коронавирусом. И, как говорят сами работники системы здравоохранения, лучшей помощью всем врачам будет вакцинация.